Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 24 августа 2023 года. Я хотела в этом видео сделать такое видео «День Христиана и его брата Христофера». Это вот эти очаровательные, стоит к нам попой Христиан, красивущие парни. Рожденные 22 июня 2022 года, два брата, красивого окраса, с шоколадными масками. Обратите внимание вот на разницу окрасов, как раз сейчас на солнышке стоят собачки. Если назвать его рыжим, это будет неверно, потому что у него шоколадный нос, шоколадный ген, и он у нас медный, намного красивее и ярче, чем остальные собачки, которые здесь тоже на видео присутствуют. И мы могли бы их также назвать рыжими, в принципе, да. Выглядят они тоже, как и Христиан, рыжими, но у них нет такого красивого медного окраса, как у Христиана и его брата Христофера. Не знаю, как на видео по размеру, в жизни это небольшие парни. Христофер меньше, чем Христиан. Так, ну сейчас их интересуют исключительно курицы. И на сегодняшний день я продаю Христофера дешевле, чем Христиана, несмотря на то, что он меньше по размеру. У него есть раскосость глазочек небольшая, не влияющая на его здоровье, так как, повторяю, парням уже больше, чем год, никак это не отразилось на их здоровье. Значит, смотрите, рядом Тессонька, она у нас тоже рыжая по факту. Вот такие вот разные рыжие ребята. Да, Чинзана обязательно надо выкопать куриц. Так, хотелось бы, конечно, показать его лицо, но ему там очень понравились курочки. Так, я не буду в этот раз снимать длинное видео, потому что из-за удаленности от города у меня слишком низкая скорость загрузки видео. Я загружаю видео по факту по 12 часов. А мне бы хотелось сегодня показать еще новые пометы хомячков, которые у меня растут. Даже просто себе на память заснять, какие неожиданные разные окрасы получились от вязки с одним и тем же самцом на двух черепаховых самочках. Вот поэтому я делаю акцент в этом видео, конечно же, на Христофера и Христиана, насколько у меня это получится, так как сегодня компания у нас большая. Ну, покажи ты свое личико, отстань ты от этих курочек. Да, покажи какой-то красивый. У нас шоколадная маска, шоколадный носик. Индивидуальные видео всех ребят есть, конечно же, в сообществе на канале нашего питомника, в Ютубе, в Яндекс.Дзен, в подборке. Ну, красота, а? Попочки. Вот. И можно посмотреть и на выражение мордочки, и на остальные стати этого прекрасного создания, которое никак не хочет отвязаться от курочек. Ну, по размеру с Чинзана и с Оникой, вот Ника наша. Видно, что он меньше. Так, я хотела его показать, в принципе, в движении, в поведении, как он себя ведет. Ведет он себя нормально, он не дерущийся, не конфликтующий, но сейчас просто дико интересует их курица. Я попробую отсюда отойти, может быть, что-то у меня получится получше поснимать, не знаю. А вот и наш Христофер. Вот Христофер вообще спокойный парень, вот его отдаю за 35 тысяч рублей. Да. Стесняшечка, скромняшечка, ни с кем не ругашечка, сразу убегашечка, скорее. Посмотрите, он у нас чуть не меньше Левчика, а Левчик у нас очень маленький. Вот эта прелесть продается за 35 тысяч рублей. У него немножко отличается от брата окрас. Видите, у нас соболь шоколадный. То есть это на рыжем, на вот этом красивом медном, еще и шоколадные, такой, видите, по спине у него затемнение шоколадного цвета. Маска у нас тоже шоколадная. Ален Делон, красавчик. Юрка! Бандит. Юрка стал бандит у нас. Анжелика, шеф, Шерлок, тоже из рыжих, опять-таки из рыжих, вот какие все разные. Наша Зося, и вот опять у нас Христиан. Вот давайте сравним, какие они разные. Юрчик,
Юрчик с черным носом. Совсем разные окрасы получаются. С шоколадным носом и с черным носом. Юрка в красноту пошел, как масик у нас. Здесь же, вот смотрите, какой оттенок на солнце. Это просто потрясающе красивый окрас. Вот у нас есть Услада. Она белая, такая медная тоже. Вот она, Услада. И тоже я всегда делаю акцент на том, какой красивый оттенок идет от вот этого шоколадного гена. Да, вот он наш Христофер. Ребят, посмотрите, какой он маленький. Он просто очень-очень маленький. Девочку нашел, да, не кастрированный пока. Я не могу назвать его миником, но он совсем-совсем не крупный. Он очень-очень спокойный. Ну, давайте вот в сравнении с другими собаками. Так, ребята, когда вас много, вас очень тяжело снимать на видео. Стесняшечка, не конфликтный, не гавкучий, не дерущийся, да. Да, давайте посмотрим. Вот опять несколько рыжиков собрались у нас рядом. Я стараюсь, ребят, снимать как-то, чтобы было понятно, о чем я говорю. Но я понимаю, что когда такое количество собачек на прогулке одновременно, сделать это сложно и мне, и вам рассмотреть. У меня просто тут бесконечная тусовка. Да, вот девочки его интересуют. Тессонька наша, пенсионерочка, она уже давно кастрирована, но что-то ему там нравится у нее понюхать. Христофер, 35 тысяч рублей. Есть индивидуальное видео этого мальчика. Я хотела показать их поведение в этом видео, движение, как они себя ведут. Но в силу такого скромного, робкого характера, Христофер, в отличие от Христиана, видите, он старается как-то в стороночке находиться. Все бегают. Вот что они делают. Они поймали Нику за хвост. Да, нормально. Ника тут больше, чем они все вместе взятые по размеру, и сейчас при желании она дает им всем тут лещей. Но у Ники тоже хороший, добрый характер. Вот это нормальная игра псовых. Вот о чем мне часто пишут, что же вы там щеночков-то не защищаете от родителей. Ребят, если я щеночков начну, не от родителей, а от других щеночков, извините, я оговорилась. Если я начну маленьких щеночков оборонять от маленьких щеночков, то когда эти щеночки подрастут, они не смогут отбиться от вот этих вот взрослых, матерых собачек. Вот Борюшка уже с ними не справляется и, скажем так, махнул лапой на все это безобразие. Он просто на них спокойно смотрит. Раньше он всегда старался тут порядки наводить, ставить их всех на место. И так, я пока вижу Христиана, попытаюсь его догнать. Да, вот. Атаманчик, кстати, ждет мамы, пап. Афродита. Вот тут очень много ребят. Да, Борюшка пришел проверить. Федька. Федька вон попкой к нам встал. Он уже едет в Ханты-Мансийск вместе с Зариком. Так. Да, в общем, ну как-то так. Ребят, я надеюсь, что Эсмеральда ждет мамы, пап. 70 тысяч рублей всего-навсего. Так. Я надеюсь, что мои индивидуальные видео все-таки принесут пользу и нам, и вам, уважаемые зрители, кто выбирает себе щеночка. И вот такие видеопрогулки, когда, да, вроде бы все тут бегом-бегом, все куда-то бегут, все чем-то заняты. Ну, как раз-таки для контраста с индивидуальными видео, когда собачка стоит в стойке, ну, хотя бы посмотреть, как она себя ведет, потому что, выбирая щенка, вот приехав, многие считают, что мы приехали в питомник, увидели вот это вот видео, то, что я снимаю, скажем, нам выпустили щеночков на прогулку, мы их всех посмотрели и выбрали себе одного единственного, самого замечательного и любимого. Не так это все просто. Во-первых, не все щенки присутствуют на прогулке, они некоторые между собой конфликтуют, поэтому здесь та группа ребят, которая между собой не конфликтует. Это раз. Второе, вы можете приехать в тот самый момент, когда собачка уже погуляла, поиграла и собирается спать, и она вообще не захочет с вами общаться и контактировать. В-третьих, глаза разбегаются даже у меня, когда они гуляют, мне тяжело их поймать даже в камеру для видео. Брюс выкопал очередную траншею. Так, поэтому
Я-то их хотя бы всех знаю и могу вам рассказать хотя бы по видео про характер каждой собачки и что тут вообще происходит. А вот так вот, спонтанно приехав и увидев все вот это вот, весь этот беспредел, прям скажем, вот эти два брата рядом. Смотрите, насколько Христиан крупнее, чем Христофер. Вот Христофер, а вот Христиан. Ну, на мой взгляд, тут как-то сложновато сделать какие-либо выводы, поэтому выбор вот таким образом по видео, когда их много, когда они разные, когда есть видео в стоечке, можно крупно посмотреть выражение мордочки, все стати собачки, спинку, лапки, хвостик, головушку, размер по соотношению к руке человека, потому что когда они в группе, тут размер можно, конечно, сравнить только с другой рядом стоящей собачкой, и там тоже становится очевидно, кто крупнее, кто меньше. Но в целом, как бы, на видео у вас есть время подумать и сделать выбор, пересмотреть несколько разных видео и остановиться на чем-то одном. Приезжая, скажем так, к нам сюда, во-первых, мы находимся 200 километров от Санкт-Петербурга в Ленинградской области, в экологически чистом районе. Вот. Ну, сделать это все в попыхах, а потом о чем-то пожалеть тоже не есть правильно. Поэтому, дорогие друзья, как смогла, я постаралась. Вот этот красавец Христиан очень любит делать вот такие подкопы, не только в курятник, но и в заборы, в калитку забора. Мечтает скорее переехать в новый дом, выбраться с нашей территории. Вот. Ну и давайте на этом я вот это видео буду заканчивать, чтобы у меня побыстрее все это загружалось. Увидимся в новых видео о жизни наших питомцев. Хочу посмотреть, как у нас тут малинка сортовую, которую мы покупали, огромную. Она меньше, чем мы покупали огромную сортовую малину. Ягода была в два раза больше. Она у нас не погибла, немножко подморозилась, но потом опять пошла расти. Но ягоды не такие крупные, как при покупке этого куста. Куст покупали вместе с ягодой по осени. Два года, по-моему, уже прошло. Вот интересно, почему так произошло. Так, ну, эта вкусняшка сейчас поедет домой к нашим свинкам и черепашкам. То, что не успели скосить цветы одуванчиков. Все, ребят, следующее видео у меня сегодня будет про хомячушек. Два помета от одного и того же папы и двух черепаховых мам разного окраса. Какие они разные получились, покажу на видео. И мне интересно запомнить, и вам покажем для, так скажем, примера, как все в жизни происходит, интересно и удивительно. Вот, если вам интересно, оставайтесь с нами. Прощаемся с вами ненадолго, увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч. И да, если в конце августа не заберут у нас Чинза на Финляндию, куда зарезервирован парень, то мальчик поступит в продажу, уже кастрированный, цена по-прежнему 35 тысяч рублей. Редкого, голубой триколор окраса, красивущий, уже кастрированный. Всем пока-пока и до новых встреч!